За свою продолжительную политическую карьеру мне довелось встретить много скептиков, которые, однажды побывав у нас, кардинально изменили свое отношение к Беларуси. Я приглашаю каждого из вас открыть для себя свою Беларусь. Радушную, гостеприимную, предприимчивую и ответственную, богатую своими культурными и историческим наследием, во многом похожая на вас, истинно славянскую, душевную и очень близкую Сербии. Я уверяю, что каждый из вас почувствует себя в нашей стране как дома и никогда не будет разочарован.